Після зимових канікул і локдауну у Дніпрі знову відновився театральний сезон. На афіші театру прем'єри вистав і нові постановки, які задовольнять кожного шанувальника театрального мистецтва. Це драми і комедії, романтичні мелодрами і психологічні трилери. Та як часто мешканці Дніпра відвідують театри, аби насолодитись світом прекрасного, дізнаємось прямо зараз. Ні, ну була, звісно. А коли останній раз були? Наверно, з год. Как пандемия началась, так и не была. К сожалению, в последнее время очень редко. А когда были в последний раз? Ой, на спектакле моего сына, наверное, года два назад. Последний раз была 6 января и до 30. Что самое вам подобается? Комедия, драма, який вид? В зависимости от настроения. Извините, я сейчас занят. Знаете, я последний раз была в театре «Крик». Это театр одного актера, находится на Артема. Это просто великолепный театр, великолепный актер. До карантина. А зараз что вы находите? Нема бажання или... Немного нету времени, но я, если честно, вот только что шла и думала сходить через 2 недели. Как часто вы бываете в театре? Ходите? Каждый день. Вот я там работаю. Последний раз давно был... Это было до того, как начался Майдан. Сколько? Мне очень нравится, но в основном с детьми хожу. У меня дочка занималась балетом, я связана с танцами, я режиссер по профессии. Поэтому я связана с театром. Поэтому хожу, люблю, да. Прошу прощения, я опаздываю. В театр ходите, девушки? Редко, но бывает. А когда были последний раз? В прошлом году, по-моему. Как часто вы бываете? Наверное, раз в 3 месяца. А ну, когда, так получается. Когда были последний раз и где? В оперном были. Мы посещаем театр оперы, балета и органный зал. «Крик» мы любим, конечно, и «Крик» мы все его посетили полностью. Я грав в театре, люблю. Останнім часом не вистачає часу бути в театрі. Що для вас театр? Це життя, правда? Скоріше, психологічні випробування, можливість програти те, в чому людина навряд чи буває регулярно або може опинитися в тій чи іншій ситуації. А тут він має можливість, скажімо так, побачити, як можуть розвиватися події в тій чи іншій ситуації. От, вибачте, мені дуже соромно, не люблю театр, але нещодавно була на «Мадам Баттерфляй» і була дуже вражена постановою. Мені здається, це дуже-дуже високий рівень у нашого театру опери та балету.